fottuto!
Кто посмел отвлечь меня от моих исследований? Как ты смог попасть сюда? Не скажу, что это было легко. Это место просто кишило нежитью. То были мои слуги. Я очень удивлен, что ты до сих пор жив. Ты некромант? Да. Что тебе от меня нужно? Я ищу учителя темной магии, мастер. Ха-ха-ха-ха! И почему же ты думаешь, что я буду учить тебя? Как видишь, я тоже некромант, но я еще не постиг всей сути темной магии. Ксардас. Ксардас? Ну, если Ксардас учил тебя, это уже кое-что значит. Он не берет в ученики кого попало. Так ты будешь моим наставником? Хорошо. Я приму тебя в ученики, и ты будешь обучаться у меня искусству темной магии. Надеюсь, я не пожалею о своем решении. А теперь иди, займись чем-нибудь полезным. Как дела на магическом фронте? Не твоего ума дело! Если ты считаешь, что готов к этому, я научу тебя всему, что знаю сам. Что ты знаешь про язык демонов Лэнга? О, это редкий дар! Немногие обладают этим знанием, но те, кто посвящен в эту тайну, могут достичь небывалых для себя высот в познании темной магии. Большинство темных фолиантов и манускриптов написано именно на этом языке. В них содержится мудрость, которую даровал нам Белиар. Но лишь избранные достойны чести постигать эту мудрость. Но скажи мне, почему ты интересуешься этим? Я бы хотел изучить этот древний язык. Ты можешь мне в этом помочь? Назови мне хотя бы одну причину, почему я должен передать тебе эти знания. Я хочу убедиться в твоем могуществе. Прав ли был Ксардас, говоря, что только очень могущественный маг вроде тебя смог бы помочь мне обрести эти знания? Жалкий червь! Да как ты смеешь сомневаться в моем могуществе? Я был избран самим Белиаром. В моих жилах течет сила бога тьмы! Это всего лишь слова, не более того. Что? Ты все еще сомневаешься в этом, глупец! Хотя чего еще ожидать от ученика этого Ксардаса? Так ты научишь меня языку демонов? Хорошо. Я открою тебе эту священную тайну. Только не думай, что я делаю это из-за того, что ты сомневаешься в моем могуществе. Thank you.
язык у демонов. Познаешь же силу и могущество этого знания! Черпай в нем мудрость, дарованную нам Белиором, повелителем багровой тьмы! Овладей тем сокровищем, что доступно лишь избранным! Да будет так! Расскажи мне про язык демонов Лэнга. Его ценность заключается в том, что самые сокровенные тайны, уходящие своими корнями ко временам создания этого мира, написаны именно на этом языке. Каждый из этих текстов — настоящее сокровище, если понять его смысл. Кроме того, это язык темного бога. Все существа, сотворенные Белиором и подвластны ему, способны понимать этот язык. А что такое Лэнг? Лэнг — это царство демонов. Он является частью Мордрога, обители темного бога. Многие из демонов Лэнга также служат темному богу, но есть и такие, над которыми Белиор не имеет власти. Как, например, легион Элигора, повелителя демонов Лэнга. Обучи меня. Обучи меня. Обучи меня. Покажи мне свои магические свитки. Я хочу постигать суть магии. Еще не время. Возвращайся позже. Могу ли я сделать что-нибудь для темного бога? Это ты сможешь спросить у него самого. А вот мне помощь действительно не помешала бы. О чем идет речь? Дело в том, что я тут решил провести один темный магический ритуал. Но, к сожалению, обнаружил, что мне не хватает для этого определенного материала. Какого именно? Ничего особенного. Всего лишь свежей человеческой плоти. И ты называешь это «всего лишь»? Для меня эти жалкие людишки всего лишь материал для опытов и исследований. А их никчемной жизни меня не интересуют. Так ты поможешь мне решить эту проблему или нет? Да, конечно. Что же, твое рвение достойно уважения. Тогда слушай. Тут неподалеку есть два небольших лагеря людей. Один находится над обрывом моря, а второй внизу, в расщелине. Я уже пробовал насылать на них моих слуг, но безрезультатно. А в чем причина? Дело в том, что лагерь, расположенный сверху, защищает какая-то очень сильная магия. Ее природа мне не совсем ясна, и пока я ничего не могу с этим сделать. Но вот лагерь, что находится внизу, мне кажется более беззащитным. Однако проблема в том, что среди них есть паладины, а эти воины Иноса очень легко расправляются с нежитью. И что ты хочешь от меня? Я хочу, чтобы ты воспользовался своими умениями темного мага и уничтожил всех этих ублюдков. А когда паладины падут, остальное довершат мои слуги. Но можешь и сам всех убить. Нюансы меня мало интересуют.
Главное, что это даст мне возможность продолжить свою подготовку к моему магическому ритуалу. Хорошо, я позабочусь о паладинах. Я не умею открывать замки отмычкой. Хорошо. Я не умею открывать замки отмычкой. Хорошо.
Я не умею открывать замки отмычкой. Хорошо.